Ladies and gentlemen, referee Mark Goddard has called a stop to this contest at 4 minutes, 51 seconds of round number three. Declaring the winner by TKO and new undisputed UFC bantamweight champion of the world, Henry the Messenger Cejudo. Я с победителем, новым чемпионом легчайшего веса и теперь двойным чемпионом. Нет, я не двойной чемпион, леди и джентльмены. Меня зовут тройной чемп. Олимпийский чемпион, чемпион наилегчайшего веса и теперь чемпион легчайшего веса. Я величайший боец всех времен. И только что я забрал титул лучшего бойца pound for pound. Я спорить с этим не стану, сэр. У тебя был достаточно тяжелый первый раунд. Тебе разбивали ноги. Ты внес необходимые поправки и скажи, с каким настроем ты выходил на второй раунд. Да, у меня были сложности, как вы, ребят, знаете. На медиадне я говорил, что подвернул лодыжку. Я особо ничего не мог делать, но все равно хотел биться. А подвернул я ее очень сильно, тяжело. Я замотал ее, и с таким я никогда не сталкивался. Хотя нет, беру свои слова обратно. Я прошел через трудности в бою с Димитриусом Джонсоном. И я следовал плану на бой, Джо. Я верил в свою команду, в тренера, капитана Америку, который я теперь не только король pound for pound, но также хочу представить вам, ребят, лучшего тренера 2019 года Эрика Албарасина. Спасибо, брат. Скажи, пожалуйста, что ты думал между раундами? Потому что у тебя был очень тяжелый первый раунд. Мораес разбивал тебя с дистанции, особенно по ногам, но ты здорово перестроился. Это была чистая воля к победе. Я знал, что Мораес заряжается на удары, и вкладываясь так сильно, рано или поздно, ты забьешься. Он переборщил с этим. Я сохранял спокойствие и продолжал действовать. Вот, в общем-то, и все. Это был жесткий бой. Я знал, что это будет собачий бой. И теперь я чемпион легчайшего веса UFC. Что ты увидел во втором раунде? Из-за чего ты добавил обороты? Да, то, как он держался. Поведение все показало. Мы играем в покер. И когда я увидел, что его поведение изменилось, что он начал опускать свои руки, я знал, что надо идти вперед. Генри, это было действительно сенсационным выступлением. Было честью комментировать твой бой. Поздравляем тебя не только со становлением чемпионом на легчайшей весовой, но также с тем, что ты первый олимпийский чемпион, который держит теперь два титула чемпиона UFC. И очень сильную заявку на титул величайшего бойца всех времен. Леди и джентльмены, не-не-не, подожди, Джо. Мистер Дэна Уайт, где бы ты ни был, у меня есть список жертв. Но я хочу начать зарабатывать. Я хочу получать деньги тяжеловесов. И сейчас я, ребят, вам закину удочку. Потому что мне важны достижения, Джо. Так что весовая 135 фунтов. Сейчас я буду вызывать некоторых лично. Доминик Круз, Коди Гарбранд, Юрая Фейбер. И 145 фунтов. Потому что со временем я бы хотел еще раз подняться в весе и взять очередной пояс. Это было бы невероятно. Еще раз было честью комментировать твой бой. Поздравляем. Несомненно, один из лучших бойцов в истории. Генри Сехудо.